Срок действия техосмотра истек накануне аварии. Водитель был на смене более 12 часов. Эти и другие нарушения выявили сотрудники прокуратуры. Они провели проверку после смертельного ДТП с автобусом в Кирове. Все произошло 17 марта в 6 часу утра. На перекрестке улиц Мира и Ломоносова столкнулись «Мерседес» и пассажирский автобус. По информации ГИБДД, водитель общественного транспорта должен был уступить дорогу иномарке при повороте налево, но не сделал этого. От удара «Мерседес» выбросила на обочину две пассажирки 19 и 22 лет погибли. Было возбуждено уголовное дело. После проверки прокуратуры руководителю автотранспортного предприятия было внесено представление. В ходе надзорных мероприятий в деятельности автотранспортного предприятия вскрыты факты нарушения правил охраны труда, несоблюдения графика работы и отдыха водителя автобуса. Помимо этого установлено, что обязательный технический осмотр автобус проходил в сентябре 2021 года. При этом срок действия данного осмотра накануне аварии истек. Прокурором Октябрьского района города Кирова в адрес руководства автотранспортного предприятия внесено представление. Материалы прокурорской проверки также направлены в межрегиональное управление Госавтодорнадзора для привлечения лиц, допустивших нарушение закона, к административной ответственности.